На территории Виноградовского лесничества прошел субботник. В экологической акции приняли участие около 20 люберчан, в числе которых сотрудники администрации, депутаты, инициативные жители и участковый лесничий. Более подробно прямо сейчас. Вот видишь, Мирочка, мусор бросать нельзя. Ксения Задорожняя – постоянный участник лесных субботников. Она не просто поддерживает экологические акции, но и активно ищет единомышленников. На этот раз девушка взяла с собой двухгодовалую дочь Миру, чтобы с самого детства приучить ее бережно относиться к природе. У нас нету каких-то определенных структур, которые обязаны убирать лес. Жители сами убирают лес. Поэтому очень важно, чтобы и жители не сорили в лесу, потому что сами жители убирают, волонтеры убирают. Старания Ксении сделать родной лес чище не прошли бесследно. За активную жизненную позицию девушке вручили благодарность Министерства экологии Московской области. И вам спасибо за помощь. Большое спасибо. Класс. Проводить субботники на этом участке приходится чаще всего. 61-й квартал Виноградовского лесничества периодически забрасывают строительным и бытовым мусором. Недалеко от лесополосы – продуктовый магазин и общежитие. Малаховка, Малаховский лес и лесничество со всех сторон окружено жилыми домами. Люди не всегда ценят и уважают природу, которая рядом с ним. И устраивают вот такие вот несанкционированные места отдыха. Опять же, вся проблема из-за них. То, что люди выходят в лес, посидели, отдохнули, мусор за собой оставили. Такие проблемные точки участковые лесничие выявляют совместно с сотрудниками администрации во время антимусорных рейдов. Потом этим же составом и подключая инициативных жителей выходят на субботники. В среднем раз в 3-4 месяца мы субботники проводим, но надо отметить, что мусора с каждым разом становится меньше и меньше. В сознании людей, да, укладывается мысль о том, что есть контейнеры, есть места для сбора мусора, и это точно не лес. О навалах мусора сотрудникам администрации также сигнализируют жители, которым не безразлично состояние окружающей среды. На этот раз участок Виноградовского лесничества избавили от 10 кубометров мусора. По мере необходимости акцию будут проводить повторно. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.